Итак, встречайте новый PvP-режим Арена. Арена. Новый режим, который запустится в ближайшем крупном обновлении и будет доступен вплоть до окончания сезона. Сражения в нем проводятся только в формате 3 против 3 и на специально подготовленных картах Арена. Карты для режима созданы так, чтобы бой начался сразу. Принять участие в сражении можно будет в составе группы или со случайными игроками. Именно тут, в условиях ограниченного пространства, будут одинаково важны как выдающиеся индивидуальные навыки, так и слаженные командные действия. Благодаря формату 3 против 3 вы всегда будете знать, чем заняты ваши сокомандники, и можете координировать свои действия. А вклад каждого игрока в сражение будет выше. Всего будет доступно два варианта арены: стандартный и рейтинговый. Подбор союзников и соперников в каждом режиме будет свой. По омам в стандартном и по очкам рейтинга в рейтинговом. Лучшие игроки рейтингового режима смогут заполучить уникальные украшения, которые будут символом их мастерства, не будут доступны другим игрокам. В режиме арена будет своя шкала наград с уровнями, доступная всем без исключения. Все награды в ней будут бесплатными, а для их разблокировки нужно будет лишь набирать очки за победы в сражениях и выполнении заданий. Награды с шкалы арены не связаны с наградами с боевого пропуска нового сезона. Шкала арены и новый боевой пропуск – это разные вещи. Этот режим для тех, кто любит соревнования и дух соперничеств, но порог входа в него будет ниже, если проводить сравнение с клановыми боями, во многом благодаря необычным наградам. Среди наград появятся уже готовые чертежи бронеавтомобилей, которые можно будет использовать только в режиме арена. Бронеавтомобили будут для разных ом и уже будут готовы к сражениям. Таким образом, принять участие в событии смогут все игроки, вне зависимости от ассортимента деталей на их складе и времени, проведенного в игре. Приятным бонусом также будет возможность несколько раз повысить текущий уровень боевого пропуска, открыв новый уровень шкалы арены. В качестве небольшого тизера нам бы хотелось показать вам первую из 3 планируемых карт для нового режима. Окей, так, это у нас первая карта. Данная карта представляет собой парк, созданный корпорацией Синтов. Игровая область карты богата различными возвышающими над водой холмиками, на которых размещены кусты, деревья и элементы парковой зоны, разрушаемые объекты. Вот это важно. Холмы позволяют контролировать и осматривать большую часть локаций и комфортно вести огонь по противникам, занимающим другие возвышенности или маневрирующим между холмами в низинах. Особенность этой карты, как и всех остальных карт для арены, являются заминированные границы, не позволяющие игрокам уйти далеко от сражения. В следующих дневниках мы покажем и расскажем вам о новых деталях будущего сезона, новых НК, да неужели, блин, и других картах для нового режима. Увидимся!